просто этот такой. Тяжело. Ну, мой хороший. Ай, упала. Держи. Ля, ля. Слушай, он какой-то другой, он или он такой рождается? Ага, он какой-то кучерявый. Мохнатенький такой. Тише, тише, тише. О, с осликом, с большими глазами. Ну, вот, классно улыбается. Или лошадь сама выберет. Я заснять? Да? А тут четыре, а вы снять хотите? А еще бабушка тут маленькие. Я и за той поеду. Рост не проблема. Иди сюда. Ну что, сюда. Просто он себе на уме. Кобылка! Молодец! Нормально, нормально! Улыбайтесь в камеру! Амазонки. Ну что, Машульчик, как тебе твое седло? А все начиналось с конной прогулки в городе Львов. Да, Машенька, может, ты мне скажешь что-нибудь? Там тоже белые были. Тоже белые. Там это была белая. Ну что, відчуваєш себе вельми шановною панянкою? Пока не відчуваю, воно само їде. Ну так, видно сразу. Так, моей не подходи сразу. Да. Моя задана. Да.
О. Был конь, который не любил, чтобы за него смеялся. Мы так близко идем. Вы знаете, у нас вообще 99% ездят женщины. Мужчины, ну, даже вот второй раз редко замаливают. Не решаются. И вообще, ну, в Харькове сейчас в основном только женщины. Почему? Да, он какой-то, видать, пустый. Че он пошел? Уже что-то ощущает. Да. Так что, Лена, уже привычка есть? Ну да, уже второй раз, опыт. Ну. Вообще ощущения, конечно, супер. Но, говорят же, лошади, дельфины, они лечат. Да, Антоха, поделись впечатлением. Ну как сказать, грустный он какой-то, грустный. Грустный, печальный. Бахус. Обиделся, что? Ты грустный? Ну, поговори с камерой. Ну, видишь, как-то не идет на контакт. Задумчивый. Ну, нравится? Ну, мне с ним достаточно комфортно. Хорошо. Класс. Вот это уже настолько выше порода. По реке не ходил. Ну и правильно, провалишься. Тяжелый ты. А вот можно тему, но это далеко. Так, тихо. Сзади не подходить.